Всем привет! Мы продолжаем прохождение Resident Evil 4. У Леона опять приступы. А нет, сон или не сон, ну, в общем, что-то в нем происходит. Леон, вы уже 6 часов не выходили на связь. Я начала волноваться. Неужели? В общем, у меня закружилась голова, а потом, кажется, я потерял сознание. Потеряли сознание? Может быть, это как-то связано с тем, что говорил староста? Не знаю. Пока я в порядке и продолжаю выполнять задание. В порядке, конечно, в порядке. Так. Давайте прочитаем, что это. Анонимное письмо. За водопадом спрятан важный предмет. Если вы достанете его, вы сможете вытащить Эшли из церкви. Но помните, что путь к церкви не прогулка по парку. Вам придется столкнуться с тем, кого они называют Эли-гиганты. Поэтому да благословит вас Господь. Спасибо и на этом. Насчет того, что происходит с вашим телом. Если бы у меня была возможность помочь вам, но, к сожалению, это не в моих силах. Кто-то еще в курсе? Так, берем патрончики. Берем гранатку, в принципе. Светошумовая не такая уж эффективная, но может помочь. Так, это пока оставим, в принципе, рано еще. Давайте посмотрим. Так, это у нас место, где мы в прошлой части воевали с большим мегасомом. А здесь у нас по карте, да, здесь по карте у нас есть торговец. Дверь стала зеленой, значит, можно проехать и взять, в принципе, сокровище. Почему нет? Я не уверен в том, что мы сможем сюда вернуться позже или потом. Так что, в принципе, надо делать сразу. Это он автоматически сам подъезжает. Так, дядя. Сокровище под нами или над нами? Сюда подняться, что проверить? Это настоящая коллекция. Так. О, можно толкнуть. Хорошо. Лесенка. Ну, тоже можно толкнуть, само собой. Все, не толкается. Зеленый камень. Вот это и есть сокровище. Так, можно спрыгнуть. Можно еще и патроны умыкнуть. Давайте поговорим. У меня появились редкие товары, незнакомец. Ну, давайте сначала продадим. Я вот думаю все-таки продать патроны. Ну, зачем они нам нужны? А с другой стороны, совсем мало денег за это я получу. Ладно, не надо. Так, 3 ослепляющих. Ну, давайте хотя бы, не знаю, одну продадим.
Маску оставим, камень оставим. Как-то все, вот это вот как-то все подозрительно дешево стоит. Вроде вещь большая, красивая, но 3000. Поэтому пока мы оставим. Браслет можно продать, антикварную трубку туда же. Ну и шпинель, чтобы не валялся. Пистолет, винтовка, ракетница. Нет, это нам пока не надо. Давайте возьмем мощность на дробовик. Принципе, хватает. Хватает. Так, давайте обратно полезем. Здесь мы все подрезали, все, что можно. Дождь хлещет. Тут у нас ничего нет. Ничего нет. Ладно. Что у него с глазами? О, у него голова самоторпедировалась. Так, надо, чтобы этому тоже доставалось. Так, надоело уже это. Так, давайте это экипируем. 5500 в виде золотых слитков. Неплохо, неплохо. Так, там ничего не осталось, нет. Так, и куда это мы попали вообще? Что по карте у нас? Есть сокровище, и в принципе нам сюда. Куда еще? Больше некуда. Граната пригодится 100%. Спускаться, да? Да. Что-то вроде новой механики. Или переход между загрузками. Так. Надо быстрее лезть, пока он не очухался. Патроны нужны. Вон сокровище. Вроде бы оно. Так, ладно, надо спускаться. Так. Ящик как бы намекает нам, да? Да. А еще будут ящики? Вот один у нас есть. Но нам нужен еще один ящик, как минимум. Вот он. Так, ну давайте подождите здесь. У нас не собрано. Янтарное кольцо.
Что ж, неплохо, неплохо. Поток слишком сильный. Кажется, на другой стороне есть дорога. Как я понимаю, нам нужно поток снизить, да? Каким образом? Так, это все, зачем мы сюда пришли, получается? Вон что еще у нас есть. Надо забрать, почему нет? Ушли недалеко. Да. Пинель. Так, давай, прыгай. Родной, прыгай, прыгай. Так, ботичка. Ну, кто тут у нас? Переключать. Конечно, нажать. Само собой обратно. Ну-ка, конечно, конечно. Как иначе? Не надо, не надо. Так, давайте что-то придумаем. Что у нас сзади? Так, кто-то еще уцелел? Вот для таких моментов, когда ты окружен или когда много врагов, вот гранаты здесь действенно работают. Действительно, дробовик тоже неплох, конечно. Но и гранаты зарекомендовали себя. Очень даже неплохо. Так, это что, проход? Нет, это не проход. Взять предмет круглый амулет. Ну, конечно, взять. Я нашел предмет, который напоминает символ религиозной группы. Отлично, Леон. Возвращайтесь к церкви. Безопасность Эшли для нас прежде всего. Вот и лодочка. Так, это он самостоятельно плывет. Видимо, какой-то переход между локациями. А, да, так и есть. Так и есть. Торговец наш. Да-да, мы здесь будем. Так, здесь мы тоже были. Поехали дальше. Вот эти бочки я 100% бил. Но они почему-то появились. Ролик. Арена какая-то. Rápido, rápido, rápido.
Мускулус? Что за мускулус? Что за мускулус? Кого они там тянут? А, так это и есть Эль-Гиганте. Да, громила еще тот. Всю мою работу выполнил. О. Да что ж ты дай мне хоть шанс встать, елки-палки. Я ж даже не успел сбежать. Так, двигаемся. Не надо. Так. Ага. Можно резать. Я так полагаю, по ней еще можно и стрелять. Так, давайте тратить, наверное, немного дробовика. Кстати, а если его попробовать ослепить? Так, хорошо, вроде ослепился. Так, по-моему, это... Еще один у него приступ. Хо! Как-то быстро он помер, как будто у меня сложность не средняя, а легкая. Хотя сложность я не менял. Как-то быстро. Или может быть из-за того, что у меня ружье прокачано. Тоже неплохо. В принципе, немного я и потерял КПшек. Конечно, он дать-то дал мне, но не так сильно, чтобы прям было критично. И у нас нет с собой лекарств. Есть, есть, хватает. Дрончики. Трава. Ну, прям хорошо наградили. Тут я еще видел краем глаза. Да, вот это вот. Можно тогда, в принципе, сразу объединить. Вот это, да? Вот еще трава какая-то. Желтая. Ну, давайте, в принципе, тоже объединим с ней. Почему нет? Так, да, кстати, с него награда упала. 15 000 песет в вашем дипломате в качестве слитков золотых. Куда идти? В принципе, вроде бы все правильно. Так, а куда? А, вот он идет. Да, да, еще пару углов и будет церковь. Точно. В этом месте мы проходили. Тут были медальоны. Так, змеи нет. А здесь вообще ничего нет. Так,
Здесь, да, здесь мы собрали сокровища, и, в принципе, в ближайшее время не предвидится. А это кто? Ох, их много, мне кажется, лучше вот так будет. Хотел меня уже грызть. Вот она и церковь. Не поддается. На двери углубление. Туда что-то вставляется. Использован предмет, круглый амулет. И хорошо, пора входить. Тишина. Странно. Три тысячи песет. Уверен, это не все. Бочка. Почему бы нет? Это где-то есть. А, вот он. Вот он и проход. Две бочки. Если должна быть где-то здесь, нужно как-то открыть эту. Хорошо. Хорошо. Так, нам на ту сторону. Бочки, бочки, надо бочки взять. Деньги, граната. Отлично. Ну, а здесь у нас закрыто. Да. А здесь пульт управления. Так. Значит, нам нужно собрать, чтобы треугольник, два красных треугольника было по бокам, как на рисунке. Это не так. Вот так это оставить надо. Теперь давайте зеленый покрутим так, чтобы большой треугольник слева вот так вот был. Все, есть контакт. И синий. Давайте ориентироваться на пускай будет на острый треугольник сверху. Нет. 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 Так, подождите. Похоже на это? Нет. Вот так. Я думаю, что вот так должно быть. Просто треугольник острый, он на среднем центральном рисунке, а на правом это совсем другая фигура. Хорошо, давайте теперь объединим. Сработало. Сработало. Хорошо. Так. Не подходите. Эй, успокойся, Эшли. Нет, уходите. Тише, все будет хорошо. Меня зовут Леон. Президент дал мне задание спасти тебя. Что? Мой отец? Да, я должен что-то там сделать, пойдем. Это Леон, я выполнил задание. Отлично, Леон, я высылаю за вами вертолет. Куда он прилетит? Кроме той тропы, по которой вы попали в деревню, вертолет будет ждать вас именно где-то там. Хорошо, мы идем. Что так быстро идет? В принципе, блин, не успеваю. Руководство по игре 3. Здесь отображаются настройки управления по умолчанию. Пожалуйста, обращайте внимание на функции клавиш. Хорошо. Приказы. Леон может отдать Эшли приказ подождать или следовать через клавишу Z.
Хорошо. Эшли, кнопка действия в зависимости от ситуации. Леон и Эшли могут помогать другу для преодоления препятствий. Здоровье Эшли. Вы можете использовать лекарства не только Леоном, но и для лечения Эшли. Сейчас и так мало для самого себя. То, что есть, не считается. Всякое может быть. Эшли, завершение главы. Леон не сможет завершить свою миссию, если Эшли мертва или захвачена врагом. То есть вот стрелять его врага, если он ее схватил. Ну, ладно. Мне кажется, она будет только мешать. Да ты что под нож лезешь? Интересно, я смогу сделать больно? Так, открыть. Поймать. Неужели так трудно слезть? Я понимаю, что дочь президента, но что ты сама слазить не можешь? Эта девушка останется здесь. Кто ты такой? Меня зовут Озмунд Садлер. Я глава этой небольшой религиозной общины. Что ты хочешь? Всего лишь показать миру нашу удивительную силу. США слишком долго диктовали миру свой порядок. Поэтому мы похитили дочь президента. Мы поделимся с ней своей силой и отправим обратно. Нет. Ей тоже вкололи. Понятно. Леон, по-моему, они что-то вкололи мне. Что вы с ней сделали? О, мы сделали ей небольшой подарок. Когда она вернется к своему отцу, он будет очень рад. Но прежде я попрошу у президента о маленьком пожертвовании. Верите или нет, но содержание этой церкви обходится не так уж дешево. С одной верой и деньгами ты немногого добьешься, Садлер. Кстати, я еще не говорил, что тебе мы тоже сделали подарок. Я был тогда без сознания. Надеюсь, наш подарочек тебе понравится. Когда зародыши начнут развиваться, вы станете моими марионетками. Вы будете делать то, что я скажу. Вы будете подчиняться мне безоговорочно. Разве это не самый лучший способ распространить свою веру? Скорее распространить иноземную заразу. И в порядке? Леон, что теперь с нами будет? Не бойся, мы что-нибудь придумаем. В принципе, мы неплохо закончили главу. Так, что дальше? Вот почему она за меня? Никого же здесь нет, никого нет. Зачем ты за меня становишься? Это правда обуза, а не задание. Замок взломан. Это мы вышли, наверное, на улицу, скорее всего. Да, так и есть. Как раз таки та дверь, которая была до этого за... Так, постой-ка, девочка, здесь. Постой-ка, девочка, тут. Так.
Вот смотрите, я стреляю ему по боку. Красные глаза, это плохо, это плохо, это очень плохо. Где мой дробовик? Так, близко не получится резать, не получится. Будешь падать вообще, нет? Помнил, что нужно упасть. Так, побудь здесь. Я еще не знаю, кто тут впереди. Патрончики на дробаш впереди, это точно. Идешь? Идешь. В принципе, да, в принципе. Быстро все закончилось тут. Торгаш. Ну я не знаю, сейчас такого у нас ничего нет. Чтобы продали и улучшили. Да и смысла тоже нет пока. Приколы будут? Не будет. Пойдем наверх. Про какой вертолет она говорила? Где он там будет? Попробуем сбить. Что-то упало, я видел. Да. Пинель. Золото и все. Больше ничего нет. Ладно. Так, что здесь? Ах, не ту кнопку нажал. Ну. На самом деле я сам виноват. Три патрона. Благо с ними не особо проблем пока. Так, а по карте нам... По карте нам... Получается... Направо. Нет, стой, я передумал. Кто? Да иди! Куда ж ты, что ж ты? Так, мне кажется, здесь уже надо что-то подейственнее и побыстрее. Так, надо отойти, я думаю. Так, хорошо. Oh.
Чуть не уволокли девчонку. Есть ли какой-то шанс что-нибудь здесь найти? Ну вот бочки вернулись, которые я разбивал. Там наверху, по-моему, бочек не было или аналогичных предметов. Так, а вот здесь что-то есть. Стоять. Чуть не попался. И причем они на свои капканы не попадаются. Уходим. Девочка, уходим. Давайте как-то переключимся уже на другое оружие. Да, враги здесь опаснее, намного опаснее, чем были раньше. И патронов уходит гораздо больше. Так, давай-ка пойдем так. Здесь мы все подняли. Так. О, прячься в мусорный бак. Так, пускай, наверное, девочка посидит в баке. А то он один, второй, вон там с факелом третий. Опять он с глазами со своими. У этого Лас-Плагас не вылез. Так, надо как-то их скооперировать в кучу. Как-то в кучу их скооперировать надо. Я удивлен, но без клешней. Так, позвать девку? Да нет, наверное, рано еще. Эти двое еще стоят. Ад. Так, где мое ружье? Но я думаю, все-таки потом и поэкономить. Патроны нужно поэкономить немножко. Так. Второй парень. Капканы.
Травушка. А кто еще кричал? Только что был звук. О, понятно. Давайте-ка, да, мы воздержимся лучше, ну и нафиг. Так, плохо. Давайте мы вот так сделаем. А это сделаем вот так. Хорошо, он мне дал, я вам скажу. Да вроде чисто. Вроде чисто. И это во-первых, а во-вторых, нам идти в левую сторону или в правую, тут уже до конца не ясно. Но попасть-то надо нам сюда, значит, в левую. Давай, прыгай уже. Вот почему красным светилось. Мужчина, кто у вас есть? У меня много хороших товаров, незнакомец. Ну, много-то много. Что за маузер? Нет, не буду покупать. Так. У меня плохие новости. Насколько плохие? К сожалению, мы потеряли, наверное, связь с вертолетом. Наверное, его сбили, но мы не можем определить, кто это сделал. Отлично. Мы готовим еще один вертолет для вас. А вы тем временем постарайтесь добраться до места. Хорошо. Хорошо-то хорошо. Да ничего хорошего. И все с красными глазами, да? Леон, что мы будем делать? Боюсь, нас загнали в ловушку. Быстрее, бежим в тот дом. Леон! Мир тесен, да? О, как я вижу дочь президента, очень даже ничего. Грубиян, мне кажется, моя фигура не имеет никакого отношения к моему положению. Кто вы такой? Вы тоже невежливы, ваша светлость. Может, юная леди сама представится, прежде чем спрашивать чужое имя? Юную леди зовут Эшли Грэхэм, и я действительно дочь президента. А она... Ну, ты знаешь, не беспокойся, с ней все в порядке. Ну, ладно. Все равно при появлении в одного из них появляются определенные симптомы. Посмотрите. Эшли, иди наверх. Ну, начнем игру. Ну что, поехали, мужчина.
объединить. Так, давайте как-то поорганизованнее, что ли. Мне кажется, смысла нет никакого закрывать сразу все. Почему? Потому как все равно бой будет неизбежен. Бой-то надо все равно давать, так или иначе. Нет, не надо пока ничего использовать. У него аим, наверное. Уж очень он хорошо стреляет. Кто-то вам не дает патроны. Так, это они разбили. Давайте-ка мы здесь закроем. Дробовик. Не иначе. Я понял, все плохо, да, да, я понял. Сейчас все будет хорошо. Блин. Да-да-да, вы мне еще побейте, конечно. Так, у нас все плохо. Так сделаем пока что. Твою мать. Стой. Давайте сожгем пацанов. Еще есть раунд. Опа, а откуда оно прилетело? Так, лестничку отсюда долой. Давай, давай, уходи, уходи. Нечего тут делать. Давайте кушаем, наверное. Раз яичко, два яичка. Почему нет? Там вообще будет какой-то камень. Так, я понял, понял, да. Эту лестницу я проворонил. Как они так быстро их ставят, эти лестницы? Так. Ну что ж. Вижу мало вариантов. Твою за ногу, я промахнулся, а? Давайте сделаем так. Yeah,
Ух, наконец-то они отступили. Да сколько ж можно? Кажется, они отступают. Что мы теперь будем делать? Мы больше не сможем пройти по мосту, по которому пришли сюда. Придется идти вперед. Я кое-что забыл. Идите без меня. Луис. Ну, в принципе, бой был неплох, должен заметить. Я сдох пару раз. Зачем вам эти неудачи мои? Давайте посмотрим, что там еще, может быть, осталось наверху. Я там не все взял. Да, я был прав, патроны. Ну, в принципе, мы потратились, да. Но это же было не просто так. Это вынужденная мера. Вот теперь нам куда идти? Не совсем понятно. Так, здесь что у нас? Ничего. Патроны хорошо. Еще патроны. Тут у нас тоже ничего. Save room. Нам надо идти. Да что так, что так. Можно пойти. Вопрос, какая из дверей будет доступна. Две дороги. Совсем недавно лорд Садлер сообщил, что наши люди сбили американский военный вертолет. Теперь не должно быть никакого внешнего вмешательства. До тех пор, пока американское правительство не обнаружит, кто же предатель, они не осмелятся на серьезные операции. Мы должны воспользоваться этим преимуществом во времени и вернуть девчонку. Есть лишь два пути, по которым американцы могут уйти отсюда. Здесь мы и должны остановить их. Нужно максимально использовать наши силы. Одну дорогу будет перекрывать большая группа Ганада, другая будет находиться под охраной Эль-Гиганты. Мы можем быть абсолютно уверены, что они не сбегут от нас. Какую бы дорогу ни выбрал агент, он не выберется отсюда живым. По крайней мере, он не уйдет отсюда с девчонкой. То есть, получается... У нас две дороги. Либо та, что... слева, либо та, что правее. Теперь вопрос. Кто где находится из врагов? Так, давайте сюда. Кто где находится? На какой дороге кто находится? Вот одна дорога. Да, это мы, получается, где находимся. Это мы посередине. Ну, давайте дернем, посмотрим, что произойдет. Может быть, этот механизм открытия ворот? Ну, конечно, да. Какие ворота открыть? Слева, справа. Справа, слева. Давайте справа. А нельзя и то открыть. Но вот эти ворота похожи на Эль-Гиганте. То есть под его размер. Но с ним проще будет воевать, потому что он один. Хотя это тоже такие же ворота одинаковые. Ладно. Я не помню. Не знаю. Так что... Сокровище будет чуть дальше. Да, я угадал, в принципе. Леон!
Что ты мне маячишь? Так, давайте его слепанем. Нам хоть какое-то время будет на атаку, наверное, не знаю. Так, минутку. Минутку. Так, хорошо. Вовремя. Очень-очень вовремя. Я надеюсь, он девку не раздавил. Так, пронесло. Включая девку. По идее, я должен был с ним не драться, а отстреливаться и убегать вперед. Насколько я понимаю, по цепям на двери, которые, в принципе, должны делать вот так, да? Теперь... Вопрос в другом. Так, за углом сокровища будут, хорошо. Да, он должен был в эти дома все сносить. Что-то такое припоминаю. Так, что? Все-таки да, ружье выручило. Очень-очень даже неплохо, если шумовая граната. Посла. Так, ящик. Старый ключ в вашем дипломате. Интересно, от чего? Ну, тут, конечно, они прям чересчур насыпали всяких ништяков. Прям, ну, много, вот, на мой взгляд. Я не знаю, вряд ли это так мод поковырял. Ну, увеличил, я имею в виду. HD мод. Фиолетовый камень в вашем дипломате. Это тот как зеленый, такой же, только фиолетовый. Я полагаю, это и есть сокровище. Да, это и есть сокровище. Так, нет ли здесь никаких камушков? Нет, камушков нет. Ключ. Вы использовали старый ключ. Недолго он у нас пролежал на самом деле. Что у нас здесь по карте? Прямо Save Room, слева продавец. Ну давайте все-таки сначала в Save Room зайдем. Зайдем, сохранимся и на этом, пожалуй, в этой серии все. Мы сделали все-таки неплохую работу по уничтожению в этой серии аж двух Алигиганты. Так. Последняя защита деревни. Я сильно недооценивал способности американского агента. Он до сих пор жив. Я думал, что нужно лишь подождать, пока Лас-Плагас завладеет им. Но кажется, он разрушит всю нашу деревню, прежде чем это случится. Поэтому мы должны устранить эту неприятность. На некоторое время нужно сменить приоритеты. Мы приостановим охоту на Луиса и схватим американцев. Неподалеку от подъемника есть здание, которое отлично подойдет для выявления предателей. Здесь мы сможем устроить на них засаду. Но даже если и это не получится, им придется встретиться со мной у ворот в деревню. Потому что
только я могу открыть их. Я полагаю, что это писал староста. Тот здоровый детина. Давайте все-таки сохранимся, да, и, пожалуй, эту серию мы закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, говорите, что я делаю так, что не так. Опыта у меня немного. Я не профессионально как-то комментирую игры. Повторюсь, что опыта у меня немного. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.